начинаются на программе «Вулкан и дождевые облака». Дружно пляшут все зверюшки. Пляшет ежик на пеньке, пляшет чижик на сучке, пляшет песик на крылечке, пляшет котик возле печки, пляшет мышка возле норки, пляшет козочка на горке. Что стоишь, пляши и ты. Яблочки в саду пляшут на траве цветочки и на дереве листочки. Пляшут белочки на ветке, пляшут птички. Что стоишь, пляши и ты. Мы сегодня проводили опыты, как делать дождевое облако. Опыт был сложный, но интересный. Все опыты мы делаем с воспитателем. Воспитатели нам помогают делать эти опыты. Мы им, то есть, помогаем. Они делают, а мы им помогаем. Всех позвал плясать в кружок. Пляшет Саша. Пляшет Даша. Пляшет. Чтобы расширить и обогатить знания детей о законах природы, очень важно с раннего возраста заниматься экспериментальной деятельностью.